Уважаемый мэр, уважаемые члены жюри, кстати, садитесь. Mr. Mayor and members of the jury, please take your seats. Спасибо. Уважаемые члены жюри, уважаемые зрители, 50 лет тому назад, вы только вдумайтесь, 50 лет, впервые в мире был открыт конкурс, и не где-нибудь, а в Болгарии, в солнечной Болгарии, в городе Варна. Esteemed members of the jury, dear audience, just think about it. 50 years ago, no more, no less, 50 years ago, the first ballet competition took place not anywhere else, but here, in Varna, in Bulgaria. И сейчас, конечно же, когда мы имеем огромное количество конкурсов во всех странах мира по балету, то они как-то все уже начинают соревноваться между собой. И среди этого огромного количества конкурсов я абсолютно убежден в том, что конкурс Варна занимает самое почетное место. And now there are a number of ballet competitions all over the place. They are so many that now they have started competing among themselves. But in this enormous competition, I'm truly convinced that Varna remains the one and only. Через конкурсы в Варне прошли одни из самых великих танцовщиц и танцовщиков нашего времени с вами. Through the Varna competition have passed some of the greatest dancers of our times. Великие имена, которые теперь служат украшением своих стран, танцевали на этой сцене. Great names, who are now jewels in the crown of their respective country, danced here at this very, on this very stage. И вот сейчас, когда мы проводим с вами уже, отмечаем этот знаменательный юбилей, я очень хочу пожелать всем участникам крепко стоять на ногах. Не бояться упасть, потому что падение это не значит, что плохо еще. Ведь можно упасть так, что скажут, а, какое замечательное окончание того или иного номера. And now I would like to wish the competitors a lot of courage. They should not be afraid that they may fall. A fall is nothing to be worried about, because if you fall, you can still provoke the exhilaration of the audience saying, what an amazing way to finish this movement. Я убежден в этом, потому что сам упал тоже на конкурсе, который был 50 лет тому назад. And I know this from experience, because I myself had a fall in this competition 50 years ago. Что не помешало все равно получить действительно хорошую премию. And that did not in any way hamper me, and I did receive a wonderful award. Поэтому, дорогие участники, не бойтесь говорить и выражать откровенно все то, что переполняет ваше сердце, вашу душу и наполняет большой силой ваши тела. Therefore, dear dancers, do not be afraid. Do not fear to express everything you have, your heart and soul. Do not be afraid to show us everything you can do in your dance. Членам жюри я желаю здоровья, любви и танцовщикам, и каждому из членов жюри. Мы на это время становимся все одной семьей. А жюри представлено самыми большими именами в искусстве танца. And I would like to wish the members of the jury good health and love. Actually, I wish love to both the members of the jury and the competitors. And after all, the judges are some of the greatest names in the world of ballet. Я благодарю устроителей, тех, от кого зависело